Древнейший еврейский молитвенник «Сидур» представили на выставке в Музее библейских стран в Иерусалиме. По оценкам специалистов, возраст книги насчитывает 1200 лет. Она состоит из 50 пергаментных страниц в оригинальном переплете и включает в себя около 40 тысяч священных текстов на иврите. Мы очень рады, что этот артефакт, который практически бесценен для жителей Израиля, представлен в Иерусалиме в Музее библейских стран в последний месяц выставки «Книга книг». Древний молитвенник приобрел в прошлом году Стивен Грин, директор Музея Библии и владелец одной из крупнейших в мире частных коллекций редких библейских артефактов. Он и предоставил уникальный сидур для экспозиции в Иерусалиме. Это старейший еврейский молитвенник из всех известных в мире. Он составлен приблизительно в середине или в первой половине IX века. Так что представителям еврейской культуры будет очень интересно узнать об истоке некоторых молитв, являющихся частью их традиции. Согласно исследованиям ученых, молитвенник составлен в эпоху вавилонских мудрецов, в то время, когда Вавилон был центром еврейской жизни. Самый древний еврейский молитвенник – это один из наиболее важных документов. Он до сих пор даже не был полностью исследован, однако он представлен на выставке «Книга книг», что дает нам возможность увидеть то, чего мы никогда не видели раньше. Это приобщение к нашему наследию. Еврейский молитвенник будет экспонироваться в Иерусалиме в течение следующего месяца.